Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Гремлин Серж. И мы абсолютно адекватно продолжаем играть Warcraft 3 Rage of Chaos. Всегда меня вот это вот удивляло. Все произносят игры на английском, как положено, но циферки используют те же. Battlefield 5. Duty Call 17. Ладно. У нас глава 4. Культ проклятых. В компании падения Лордерона. Поехали. Я сказал, поехали. Тон-тон-тон. На следующий день неподалеку от Андорала. Извините, я на минутку. Опа! Я вернулся. Классический. Так, поехали. Смотрите, это прислужники некроманта. Что они делают с рудником? Нет времени выяснять. В атаку. Проклятие на этих людишек. Они посмели вмешаться в дела нашего повелителя. Разобьем лагерь. Жизнь замерзула. Шныряют прислужники некроманта. Я не пойду внутрь без подкрепления. Я тоже. Полностью с тобой согласна. Конечно же, мне вот обязательно вот так вот показывать настойчиво. Ладушки, ладушки. Так, заданица. У нас не будет дополнительных заданий. Но помнится мне, здесь они могут нас достаточно сильно потрепать. Поэтому давайте мы, в общем, оставляем Джайну. Я позабочусь об этом. Готово. Лезть они будут только отсюда. Свет дает мне. Так, силу. Вот этот парень. Кто-нибудь ранен? Что прикажете? Вот этот парень. Так, это пехотинец. Да, ваш бродя. Пехотинец, А где наш капитан? Да, знаете, ладно. Я служу свету. Наш Артес. Разумеется. Красавчик. Отличный план. Конечно же, я должен пойти вот сюда. Ну вот это вот приобретение, но я никогда их не активировал, эти защищаться. Во имя правосудия. Так что это бессмысленно. За честь и отвагу. Знаете, у нас разумею. Такая, в общем, достаточно будет. Все мы что-то бегаем, все что-то мы суетимся. А давайте немножечко поразвиваемся, хотя лучше всего развиваться уже. Давайте. Не, давайте. А, давайте пехоту. Постройте ферму. Готово. Стоять. Ну, я пошел. Молодой человек. Я знаю, как все это делается, поэтому. Угу. Лесорубку делай. Я с древесиной себя. У нас всегда были проблемы. За честь и отвагу. Так. Конечно. И давайте еще пару пехотинцев. Раз. И два. Вот как раз будет. Во имя правосудия. Под завязочку. Отличный план. Ну а мы пока что давайте походим. О, мурлыки. Жалкий глупец. Будем качаться. Жду приказания. Мне вот интересно. Опыт зачисляется вообще за любое убийство? Или опыт зачисляется за убийство, которое сделал конечно, именно Артес? Просто разум. Если именно Артес, то и вправду тогда отлично. Гораздо разумнее ходить
в одну рожу. Конечно. Мочить вот таких всяких вот лесных троллей-берсерков. Вот. Так, ты рубишь. А рубить, наверное, не надо. Делай ферму. Свет дает мне силу. Арт сгоняет их по кругу. За моего отца. Конечно, именно этот тролль очень сильно задел твоего отца. Оскар... Боевые когти 6. Вот бы еще знать, на что там сила влияет и все то подобное. Так, но по факту. Готово. Я, конечно же, могу выбросить вот эти когти. Но, например, отличный нужен план. Ли мне вот этот вот молоток? Где враг? Может мне все-таки атаку вот так вот повысить? Защита 4. Разумеется. Ладно, давайте Джайну. Возьми молоточек. Во имя правосудия. Колупай домик. Так, ты построил? Да. Хорошо. Руби деревья. Еще трех парней. Не нужно кланяться. Еще свиток защиты. За честь и отвагу. Отличный план. Тан-тан-тан-тан. За честь и отвагу. Чего? Хорошо. Руби. О, гнол. Дает мне силу. Почему ты от меня убегаешь? Разумеется. Я готов. Я обиделся, конечно. Например. Гнол. За честь и отвагу. Отличный план. Я готов. Так, ты тоже на дерево. Чего? Ну, а ты в рудник. Нам нужна мастерская. Да, господи. Ну, давайте. Нет, это кузница. Хорошо. Ладно, давайте ее построим. Так, ребята держатся, хиляются. Так, Джайну мы сейчас еще сюда пригоним обратно. Че там, Артес? Не нужно. Всех кланяться. Перебил? Или шалки кто-то убежал? Лечебное зелюшко. А знаете... А в принципе, можно сейчас взять его. Свет дает мне силу. И выпить сразу же. Почему нет? А то будет лежать, пропадать. Конечно. Вот, а отличный так хотя план. Бы хоть в какое-то дело пустили. За честь и отвагу. Так, 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 так. Отличный план. За честь и отвагу. Не спеши. Выбирай с умом. Но все это есть. Все это у нас есть и в большом количестве. Во имя правосудия. Так что извините, но нет. А вот, вот этого отца. Тролля я бы замочил. Че, мастерская строится. Готово. На нас напали. Свет дает мне силу. Опять работа? Да. Да, 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 да. Строй ферму. Я служу свету. Конечно. Так, видите, уже практически уровень Артесу подняли. Конечно.
За честь и отвагу! Вот мурлоков нашли. Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. Поздно просить пощады. Готово. Исследование завершено. Где враг? Они получат по заслугам. За моего отца! Давай-ка. И ч... Ха! Не нужно кланяться. Ха-ха! Больше положенного я поднять не могу. Отличный план. Вы понимаете, да, теперь? За честь и отвагу! То есть, игрой предположили, что я должен был за эту миссию... Чего? Примерно один уровень поднять. Угу. Исследование завершено. Так, золота вы уже достаточно натаскали, ребят? Да, хорошо. Так что, давайте, там дерево таскают. Так, у нас алтаря королей нету. Ну, я пошел. Ладно, ищем, может, все-таки еще какие-нибудь вкусные предметы найдем. Видите, уже атаку повысили. Теперь я действительно зол. Поздно просить пощады. Исследование завершено. Свет дает мне силу. Теперь я действительно зол. Вот, кольцо защиты нашли, знаете. Неплохо. Предлагаю это колечко оставить. Готово. И взять это. Я служу свету. Конечно. Чего? Не нужно кланяться. За честь и отвагу! Конечно. За честь и отвагу! Жалкий глупец. А я думал, сейчас прокачаем нашего Артаса по самые просто уши. Да? На нас напали. Хорошо. Какой у тебя план? На нас напали. Я служу свету. И что, ты из этих големов ничего не выпил, хочешь мне сказать? Завершено. Готово. Да, ну давай немного да, обороны да. Сделаем. Угу. Будет у нас строительная миссия сегодня такая. Завершена. Разумеется. Конечно. Разумеется. Да, и вот за тут вот целый отвагу. Рудник. В принципе. Отличный план. За честь и отвагу. Так, ну все, больше здесь делать нечего, так что отправляемся сюда, обратно. Разумеется. Готово. Фу.
Опять работа? Так, мастерскую. Ну, я пошел. Артес уже пришел, какой красавчик. Ну, сейчас пойдешь дальше на разведку у нас. Свет дает мне силу. За честь и отвагу. Вот, например, что у нас здесь? Конечно. Теперь я действительно зол. За честь и отвагу. Конечно. Разумеется. За моего отца. Какие хитрые разбойники. Ушли в инвиз, блин. Жалкий глупец. За честь и отвагу. На нас напали. Постройка завершена. Во имя правосудия. Ну ладно, я думаю, ты-то разберешься. Готово. Да. Ну, умница, давай еще башенку сделай. Хорошо. Так, а что мы тут можем? Ничего, мы можем просто рудейный расчет рассчитать. А вот это бы я купил. На нас напали. Где враг? Ради зелья манны все это было сделано. Ну окей. Отличный план. Разумеется. Конечно. В итоге... Это РТС, а я в нее как... Да, господин. В РПГшечку играю. Не нужно кланяться. Исследование завершено. Они получат по заслугам. Вот этих ребят мы можем и так вот делать. Опять работа? Да, парень, хорошо. Ты у нас прям мастер-ломастер на все руки. Так, ну в принципе мы уже все поизучали, что могли. Вот. Абсолютно все поизучали. Свет дает мне силу. Завершено. За честь и отвагу. Но только толку, мы все сами делаем. Конечно. Жалкий глупец. Постройка завершена. Готово. Отличный план. За моего ломай, отца. Ломай, ломай, зданица. Конечно. Поздно просить пощады. Ладно, давайте, коль... А, они сюда уже прибежали. Да. Моя любимая тактика. Застрой нахер все. Ребята. Успокоились. Извините, конечно же, но идите рубить сюда. Разошлись, блин. Так, ребята, на помощь Картесу. Где враг? За честь и отвагу. Во имя правосудия. У Артеса здесь все очень плохо. За моего отца. Готово. Я служу свету. Какой у тебя? Джайна, план? Давай. Интересно. Во имя правосудия. Да, господин. Так, да, а вы что там? Да, ваше сядьство. Торчите-то. Сюда бегом. А вы давайте. Раз, два, раз, два. На нас напали. Ты сюда же. Раз. Чего? А ты строй нам, пожалуйста, колдунов. Вот где-нибудь здесь вот. Хорошо. Чё там, Артес жив?
Артас жив, они уже штурмуют. Да, ваш броди. Колупайте вот это здание. Укажите цель. Эй, ты, лови. Во имя права. Не мешай мне думать. Я думаю, Артасу нужно что-нибудь скушать. Разумеется. Так что давай, бери лечебное зелишко. За честь и отвагу. Сожри его. Конечно. Стройка завершена. Там ты глупец. Да, ваш дядька. Здравия желаю. Так. Где ран? Во имя правосудия. Так, Артас, сваливай. Отличный план. Я служу свету. Не нужно плакать. Артас, сваливай, а ты, Джайна, давай. Вот сюда. Как скажете. Укажите цель. Вот эту башенку удаляй. Не мешай мне думать. Интересно. Это забавно. Да, ваш дядька. Ура! Не мешай мне думать. Так, что там, армия уже собралась? Да, на вроде. Помощь! Строишься. А мы тут сразу уже еще себе. Готово. Не хватает золота. На нас напали. Какой у тебя план? Так. Я позабочусь об этом. Я могу помочь. Так, давайте вот сделаю. Давайте не отвлекаем гномов. Ты сам напросился. Да, сэр. Цель. Укажите цель. Они пускай развлекаются. Замечательные орудия. Во имя правос... Бою готов. Не мешай мне думать. Звучит неплохо. Какой у тебя план? Я посмотрю. Ну что ж, приказывайте. Я могу помочь. Звучит неплохо. Ладно, Артас, иди в бой, служи свету. Это забавно. Я позабочусь об этом. Прикажете открыть огонь? Видали, взяли и нахер разнесли весь лагерь. Зерговским методом. Так, да, господин. Там у нас с золотом проблемы, сказали. Иду и сюда. Давайте двух. Не хватает золота. Ну и отлично. Так. Во имя правосудия. Какой у тебя план? Укажите цель. А в принципе, если мы вот сюда сейчас пойдем. Вот, давай, Джайна. Жду приказаний. Не мешай. Ты хорошо поработала, так что давай иди на разведку. Так. Я посмотрю. В итоге, да, здесь ничего нету. Звучит неплохо. Поэтому свет давайте дождемся немножечко поддержки. Да, ваше сядьство. Будет исполнено. Исследование завершено. Так, сейчас вот эта вот поддержечка подтянется, и все будет замечательно. Постройте ферму. Исцеление. Ферм не хватает. К бою готов.
Опять работа? Да. Строй ферму. Заодно там сейчас хил всех подлечит. Да, вот, кто старается, работает. Готово. Да. Ну, умница. Так, сейчас нам в основном золото нужно, так что иди за золотом, молодой человек. Давайте еще пару. Не хватает золота. Жду приказаний. Вот, еще парочку гномиков, и все будет отлично. Хотя здесь у нас уже... Во имя правосудия. Конечно. Для лекаря места как раз-таки не хватило. Так, давайте один расчет оставим. Чем могу помочь? Свет дает мне силу. Отличный план. И врываемся в город. Конечно. Приветствую тебя вновь, дитя. Я Келтузет. Хочу предупредить тебя. Оставь это дело. Твое любопытство тебя погубит. Это чума. Твоих рук дело, некромант. Да, это я приказал последователям культа проклятых распространять зараженное зерно. Но идея принадлежит не мне. О чем это он? Я служу Малганусу. Его карающая плеть очистит эти земли, и здесь раскинется царство вечной тьмы. Не уточнишь ли ты, от кого он собирается очистить эти земли? От живых, конечно. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства, загляни в Стратхольм. Они получат по заслугам. Андорал мы выполнили, а новое задание пока что еще не получили. Разумеется. А, ну да, убейте Келтузада. Ну а мы продолжаем шкериться по карте. Вот здесь вот как-то подозрительно вырублено. Но тут ничего нет, ладно. За честь и отвагу! Конечно. Теперь я действительно зол. За честь и отвагу! Все амбары пусты. Груз уже отправлен. Мы опоздали. Просить пощады. Конечно. Отличный план. За честь и отвагу! Конечно. Разумеется. Жалкий глупец. За честь и отвагу! На самом деле больше строились. Конечно. А толку от этого, в принципе, никакого. Отличный план. Опять расходники. Будь здоров, гоблин. Так. Где враг? Разумеется. За честь и отвагу. Они получат по заслугам. На нас напали. Отличный план. Разумеется. Поздно просить пощады. За моего отца. Им конец. Ага.
Какой план? Так, вы давайте на них. Не нужно кланяться. Интересно. Во имя правосудия. Так, мы практически дошли до Келтузада. За моего отца! Но, как отличный обычно, план. Мы уходим вот сюда. И пои. Исэ диат пипл. Так, и смотрим, что мы могли пропустить. Здесь ничего мы не могли пропустить. Здесь все. Здесь по-любому какая-нибудь катсцена будет. Так, это наше колечко защиты. Свиток защиты. Ну да, мы с вами все достаточно неплохо облезли. Поизучали. А, тут еще целая банда у нас стоит. Да, здесь ничего нету. Так вырублено просто. Словно иди в лес. Но нет. Ну и окей. Я служу свету. Идемте добивать Келтузада. Они получат по заслугам. Наивный глупец. Моя смерть ничего не изменит в целом. Теперь, когда покорение этих земель началось. Ну что, главу мы с вами завершили. Получилось достаточно интересно. В этот раз мы наконец-то раскрыли тему строительства и стратегии. Хотя я не знаю, что мы просто бегали одним героем, чистили карту, накупили кучу улучшений и потом одним отрядом пронесли всю карту. Да, возможно, нужно было играть на высоком уровне сложности. Но да ладно. Пока-пока.